Танцуй, танцуй. Танцуй, 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 Дима. Ой, как ты танцуешь. Да-да-да. Топ-топ-топ. Танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй, Дима. Танцуй. Танцуй. Танцуй, Дима. Танцуй, танцуй. Дима, Дима, окружись. Окружись, Дима. Не хочешь? Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания и моя семья. А вот что натворила Дима. Настолько стал сильный, что начал переворачивать уже корзину. Уже скоро начнет высыпать и все это просто разбрасывать. Да? Что там, плинтус? Вот уже начинает замечать плинтус. Ему уже хочется его отковырнуть. Безобразие тут устроил. Кошмар. Тут наш цветочек. Смотрите, еще больше он стал. Вот этот. Растет прям с каменным. По часам. По часам, да? Да, цветочек мама снимает. У нас сегодня солнечная погода. Солнышко. Небо голубое. Солнышко уже сюда заходило. Да? Такое тепленькое. Ну, что-то она часов в 11, наверное, пришло. Побыло буквально минут 20. Дима, не лазь там. Дима. Дима. Везде уже залазит, везде достает, все ему надо. Уже прям это глаз да глаз за ним. Да? Ты что за беспорядок такой устроил тут? Посмотрите, кошмар. А? Это кто тут беспорядок устроил? И убираться не хочет, да? Опять мама должна убираться. Опять мы должна убираться мама. А кто еще будет убираться? Дима не хочет убираться, да? Да-да-да-да. Да, не хочет. Вот это смотри, это книга. Книга. Ты ее уже знаешь, да? Ты с папой изучал книгу? Дима, книга, смотри. Книга, книга. Книга, книга. Книга. Правильно. Книга. Книга. Ее читают. Бу-б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 у. Ба-ба-ба-ба. Бу-бу-бу, а не ба-ба-ба. Подожди, Дима. Дима, а что это у тебя? Это что такое? Этикетка? Она уже не клеит. Смотри. Этикетка. От баночки. Красивая баночка какая. Да? Она еще блестит там. Блески туда залить можно? Да, Дим? Куда ты полез? Куда ты? У тебя там ходы? Да? У тебя ходы там, ребенок? Давай, давай, обходи с той стороны. Мячик отодвинь. Отодвигай, отодвигай мячик. Ой, не трогай там. Мама убралась, а ты что творишь? А ты опять все раскидывать решил, да? Все везде вытаскиваешь, да? Мама убиралась зачем? Чтоб ты вытаскивал все кругом, да? Дима, это что ты вытащил? Я ею тебе ротик вытираю, а ты ее на пол бросаешь. Она теперь грязная, да? И бросил. Мама, прибрала, все. А ты сейчас начнешь все вытаскивать, да? Да? Все так кругом чистенько. Ну,
Не хочет раздеваться. Пришел с улицы, с балкона. Нет, ему вот надо взять игрушку. Вот надо. Не может подцепить. Не дает раздеваться. Почему ты не хочешь раздеваться, Дима? Убегаешь от меня. Сразу эти игрушки. Пытается там что-то достать. Давай с тобой разденемся сначала, Дим. Давай разденемся. Ай. Ну, доставай, доставай. Что ты хотел? Чего хотел? Доставай. Ну, ага. А взять никак. Нет, научился. Зайка, да? А раздеваться-то будем? Убегает и все. Нет, ему надо игрушки и все. Неудобно же. Вот сейчас упадешь наверняка. Нет, вот он не хочет и все. И в какую? Ага. Ну. Как колобок. Я за ней, она от меня, да? Не могу догнать, называется. Да? Смешно. Смешно, зайки. Ну, пойдем разденемся, Дим. Идем. Не сможешь ты ее взять, варежки. Пойдем? Пойдем раздеваться. Пойдем. Идем. Идем. Дима! Дима! Идем. Идем раздеваться будем. Идем. Идем. Идем, сейчас посмотрим. Зрители, как ты раздеваешься? Как Дима раздевается? Где у нас Дима? Вот у нас Дима. И мама тут. Ну, смотри, как ты раздеваешься. Вот так раздеваешься. Опа! И косматый. Да, и косматый. Опять он свои игрушки. Дима! Опа. Вот одна ручка. Опа. Ну, встань. Встань. Что, ты вспотел, что ли? Вторая ручка. Зайкин мой. А? Что это? Поглядите, камера на нас смотрит, а? Эх, бесстыжая камера, скажи. Я тут не говоря несу. Я тут, скажи, раздеваюсь, а она на меня смотрит. Она смотрит на меня. Что-то мокрое не понялось. Внутри тоже, что ли, мокрый? Ой, Бана, ты спотел. Ничего себе. Вот это тебя мама укутала. И молчишь, главное, лежишь. Спотел. Смешная камера. Подвигай ручки. Подвигай. Подвигай. Вот. О. Смешная? Давай, будешь сейчас за меня держаться. Держись за меня. Держись. Я тебе буду сейчас ножки вынимать твои. Потошки. Давай. Держишься? Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Опа, опа. О, одна ножка. Давай, держись, держись. Сейчас будешь, давай. Никак. Тянули репку, да? Все, и побежал играть. И что, ты сразу играть ему надо? Играть, играть. Дим, а ты кушать будешь? Я тебе молочко приготовила, Дим. Кушать будешь? Кушать. Это как называется, Дим? Как она называется? А? Как она называется, Дим, вот эта штучка? Как называется? Ну? Лейка. Лейка. Дим, повтори. Дима. 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 С головой туда уходишь. Чего ты достал? И сколько счастья.
Лейка. Дим. Куча у меня становится постепенно больше. Приехала сегодня, вернее, Женя привез, ездил на птичку, заказ, раковину это, на кухонный гарнитур. Не знаю, что-то такая гигантская, вообще такая большая. Здесь смеситель вместе с коленом. Эту раковину. Здесь, смотрите, резиночка. Еще хотела сказать, обязательно, когда покупаете раковину, чтобы здесь была резиночка. Это как бы дает меньше звуков будет. Они будут звуки глухие, а не звонкие. Вот, я еще когда ее видела, сразу вспомнила, что кто-то где-то мне говорил это. Вот здесь большая дырка. Вот, мне это очень нравится, когда она большая. Вот, хочу, как у мамы. Ну, здесь, конечно, я ожидала, честно, ну, ездила мама, конечно, покупала. Я ожидала, что будет гораздо меньше раковина. Хотела такую небольшую, аккуратненькую, там, с небольшой такой вот этой дыркой тут, чтобы, ну, что-то, блин, такая гигантская, она огромная. Не знаю, распакуем ее, посмотрим еще раз. Мама говорит, точно такая же, как у нее, вроде она дома замерила. Точно такая же должна быть. Блин, что-то не знаю. Вот там кран. Ну, кран тоже такой обыкновенный. Ну, не знаю, обыкновенный, симпатичный. Вот. Ну, вот тут я уже печку немножко накрыла. Потому что тут Дима. Сейчас покажу. Здесь вот дырка. Вот, он уже сегодня попытался туда положить игрушку. Вот, и пришлось мне ее закрыть. Я все жду, чтобы ее мне починили. Не починили, а сделали, чтобы она работала. И не накрывала ее. Ну вот, накрыла сегодня, наверное, придется, может, еще накрыть, потому что еще неизвестно, когда ею займутся. Вот так у меня мой угол постепенно наполняется, наполняется. Доступ к шкафу заканчивается. Вот. Не знаю, немножко я огорчена немножко, то, что она большая. Мама говорит, то, что она потому что в коробке. Не знаю, не хочу ее распаковывать. Вдруг ее все-таки решим обратно отдать. Не знаю, такая гигантская почему-то, мне кажется. Может быть, я просто представляла себе совсем малюсенькую. Ну, не знаю, ладно, посмотрим, как дальше будет. Время 6 часов вечера. Дима у нас все-таки уснул. Я так и хотела, чтобы он уснул. Будить пойдем. А ты чего? А ты спишь тут. Тихаря. Как она пахнет, по-моему. Ты покакал уже. Это ты стоял тут какал на карачках, да? Холодно у тебя все еще. Отопление у нас не включили вчера, в среду. Ты спать теперь хочешь, да? Да что ты на меня так смотришь? Не плачь. Сейчас тебя возьму. Сейчас с тобой пойдем попку подмывать. Ай-яй-яй. Давай ручку. Давай руку. Попку потом свою качать. Ой, тепленький какой. Привет, Дима. Спросонья. Опять мама с камеры болтает. Гига. Гига. Игрушки твои. Игрушки, зайчик. Гига. Разбудила тебя мама. Ну, время уже 6. Уже 6:30 даже. А ты спишь все еще. Гига. Гига. Да, молоток там лежит, вон он, молоток. А ты спал, да? Раздевайся. Раздевайся. Ты покакал же, да, Дим? Да, покакал ты. Молодец какой. Да, сейчас будем подмываться с тобой, да? Да? Во сне прям пук и все. Жалко, у взрослого такого. Хи-хи-хи, смешно, да? Хи-хи. Это
ты вот так Дима спит тут? С кем болтаешь там, сын? С кем там болтаешь? Сына, с кем ты болтаешь, ты мне скажи, пожалуйста. Я тебя спать положила еще полчаса назад, наверное. Конечно, полчаса назад я тебя уложила спать. Ты с кем болтаешь, ты мне скажи. Кушай, кушай давай, кушай.